А вы свою музыку играете? Нет, это классика. Как вас зовут? Джеки. Джеки, а я Райан. У вас необычные руки, Райан. Он бродяга в поисках своего будущего. Она певица, бегущая от своего прошлого. Джеки, иди сюда! Джеки! Случайная встреча. Эй! 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 Ой, девушка, я вас даже не заметил. Вы же поможете посадить ее в машину? Изменит их жизнь. Он симпатичный. Да. Мам, но он просто-напросто бездомный. Вы не могли бы выбросить мусор на обратном пути? Было приятно познакомиться, Роберт. Я Райан. Моя мама заставила тебя вынести мусор? Что-то вроде. Они будут поддерживать друг друга. Она всегда хотела это сделать. У него достаточно денег, он уже нанял адвоката, эй. Я не могу. Он не отберет ее у тебя. Откуда ты знаешь? Потому что ты ему не позволишь. Они будут воодушевлять друг друга. Каждый день я спрашиваю себя, куда я отправлюсь дальше? Как я до туда доберусь? Куда я отправлюсь дальше? Как я доберусь? Вы никогда не вернетесь? Может, и вернемся когда-нибудь. Я не смогу двигаться вперед, пока не буду уверена, что у тебя все в порядке. Им действительно есть дело до того, где ты, людям, которых ты любишь и которые любят тебя. А почему ты уезжаешь? Иногда, чтобы достигнуть цели, людям приходится пройти через что-то, и если им причиняют боль, они уходят. Это не подарок, и мне не надо ничего взамен. Я бы хотел сыграть на ней. Я знаю.